Посвятить концерт другу Виталий Хандрос решил сразу. Его поддержали московские коллеги, чуть позже Владимирский губернаторский симфонический оркестр. Фестиваль ориентирован на альтовую музыку. В программе почти нет популярной классики. Владимирской публике будут открывать малоизвестные в России имена. В первый вечер виртуозы Москвы дадут камерный концерт. На второй день фестиваля они вместе с оркестром исполнят произведение современного композитора Вениамина Юсупова. Очень интересное, философское, большое такое серьезное произведение. И мы будем играть его вчетвером, потому что решили, что вот раз там есть разные части, чтобы вот ближайшие друзья Димки сыграли по части. Виталий Хандрос исполнит часть концерта в жанре симфонического рока, сыграет на электроальте. Внешний образ будет под стать. Среди его вещей коллеги-музыканты разглядели черную в черепах бандану. Также первые партии исполнит заслуженный артист России Антон Кулапов, Екатерина Добротворская, специально прилетевшая на фестиваль из Америки, и солистка губернаторского оркестра Ольга Трусова. В последней части произведения перед ними будет стоять непростая задача, ведь композитор прописал в партитуре танец для солиста.